Пошел. Давай. Так, вот Игнать Тихонович, сейчас. Где тут он у нас? Сейчас я камеру переключу. Вот. Ну, вы когда... Видите камеру, да? Да, вы звонили, у нас собрание было. Ну, все нормально. Вот, хорошо. Смотрите, вот старый образец. Да. Это старый образец. А. Вот новый. А вот новый. Он более темный. Я... А ну-ка еще. Это, наверное, освещение такое. Нет, он более, вот, вот более мельче. Вроде бы как. А ниже сделали, а ниже. И он просто ниже, вот он. Вот так вот, вот, вот. Ну вы ему свою-то покажите, скажи, вам не трудно, то сделайте, как было. Это надо повыше поднять. Тут просто книги нет, Игнат Тихонович, поэтому он ниже висит. Ну ладно. Есть только обложка. Вот, а нет, только он на одну, он прямо одинаковый, вот, видите, накладу, он даже чуть больше, наверное, чуть больше, чем старый. Да, он ну больше, ладно, вот, видите, все, вот. Дальше, вот. Все, согласен, дальше что? Вот настолько больше, Игнат Тихонович. Ну а когда ламинировать будут? Как они будут ламинировать? Он уже заламинирован, и буквы не стираются. Я их скрябал этим острым предметом. Вот смотрите, допустим, на старый я вот скрябал, чуть-чуть соскреб, да? А тут я скрябал, вот я пример приведу, видите, скрябал, прям ножом. И повредилась только вот обложка, а сами буквы не повредились вообще. То есть они очень жесткие. Это они чем-то составом, это не ламинированные. Ламинированные, не, это не... как пленка натянутая, как пленка натянутая. Вот здесь видно пленка, вот смотрите. Сейчас, вот отслоенная, короче. Вот здесь сейчас. Ее просто отскрести надо. Ну ладно, не надо. Это пленка-то материал, который есть, на котором написано. Или сверху этой. Знаете, разница почему? Уж это мне Елена сказала. А здесь картонная. То есть хотели удешевить, как бы там, ну, как-то они договаривались. И здесь и картонная, из-за этого разница. А как буквы здесь, ну, гораздо лучше держатся на новом. Ну и сами видите, рисунок одинаковый, вот как вы просили. Хорошо, хорошо. Ну пускай так, только чтобы... Вот посмотрите проповеди в стихах. Там видно, как оно, как пленка натянутая. Так, к истинному православию. Так, такой же, как у нас, да? И корешок здесь ровно сделали, вот видите? Да, вижу. Ладно, не будем придираться. Дальше что у них там? Далее смотрим, сравниваем шрифты. Вот старый шрифт. Да. Вот старый шрифт. Вот новый. Ну, новый, это они мне этот. Они мне не из книги выдрали, у них просто заготовки, они потом все это обрежут. Брат, это я у них заготовки выпросил. Просто еще не. Брат Иоанн, ты слишком быстро двигаешь камерой. Быстро двигаешь камеру, у нас размытый текст в обоих случаях. А, низкий уровень связи. Сейчас попробую по-тихому. Ладно, это низкий уровень связи. Так, низкий уровень связи. Да, у нас написано низкий уровень связи. А вот так вот. Так, а вы видели, как сейчас. Вкладыши, это, вклейки, фотографии как? Вот так вот видно? Видно. А вот где? Видите, снизу новый текст, сверху старый. То есть новый крупнее будет. Хорошо. Этот крупнее, а старый помельче. Сколько страниц? Старый... Сколько в книге страниц? Это я не могу сказать. Пока еще не готов блок. Блок с текстом не готов. Готовы только отдельно вот эти страницы. Так, они его еще не сшили. Когда будут вывозить сюда, надо показать в Казани, заехать к Вячеславу и скинуть ему там хотя бы 500 штук. Вы не можете взять себе сколько-то? Чтобы от вас легче отправлять было. Да, могу. Ну, вот так поговорите с ним, чтобы у нас в разных местах было. Ну, Игнат Тихонович, я там остановил производство обложки, чтобы специально вам показать, чтобы вы одобрили, что можно дальше делать. Ну, да, делайте все. Одобряете, делаем? Да, если заламинированный, другой там обтянутый как пленкой. Вы им так, к истине к этому дальше. Проповеди в стихах покажите, скажите, вот так надо сделать. Она вся отдельно натянута, блестящая. Вы показывали им это?
Да, да, я им показывал. Они не спросили, где так издают? Ну, они посмотрели, там, прочитали, ну, в этом, в Алтайском, как он называется? Да, в Горно-Алтайск. Горно-Алтайской типографии, да, да. Еще сказали? Ну, они говорят, у нас другая ламинация, иной материал какой-то, у нас более, говорит, лучше. Ну, я не знаю, я... Нет, нет, не надо другой, это такой надо делать, опять будет обман. Сделать ламинированно, вот как говорили, сколько я трясусь над этим. Она закрывает весь, всю сторону полностью. Ну, короче, пропасть в стихах. Вот посмотри она как, она натянута там, как целлофан. Так. Вот, да, да, Игнат Тихович, вижу. Очень желательно. Ну, их договор именно ламинировать, я же говорил. Я сейчас скажу Лене, вы на Лену выйдите, поговорите с ней. Я сколько раз уже спрашивал. Да, я с ней говорил. Я боюсь, трясусь над этим, и опять то же самое будет. Но здесь ламинация... Я ее открыл. Ну, висит, и не слышно. Просто цвет друг, поэтому не так смотрится. Нет, это... Игнат Тихович, я там пленку отковыривал, эта ламинация там есть. Просто цвет другой обложки, поэтому не так смотрится, не так. Ну ладно, все, все. Проверьте все, что как делают. Лишнее им не надо там это придираться, но все-таки, чтобы было как следует, чтобы не стиралось. Не, золотые буквы не стираются. Теперь просто скажите, когда они будут фотографии делать, фотографии, которые послали им, чтобы они были более, как бы, не темные. Белые. Не темные, чтобы были. Чтобы хорошо не было видно. Ну да, все, сделали уже, Игнатий. Так все, я жду дальше, что будет. Сколько страниц, не знаете. Узнайте. Когда Елена договаривалась, платила, там указано количество страниц. Кажется, 832. Понял. Ну, будет блок готов, на следующей неделе они меня позовут. Хорошо. Теперь договаривайтесь с теми, где можете оставить у себя в Казани хотя бы по 500 экземпляров. В одном месте не надо хранить. Я вот один, и все равно у меня были заначки мест 5-7. Как Яков. Разбил на два лагеря. Если один разобьют, второй остался. Все, мы... понял, Игнатий. И мы тоже тут в разных местах постараемся. Обстановка всякая бывает. Ну все, пока. Все, с Богом. Так. Ну слава Богу, отошел. Молиться будем. Аллилуйя. Слава тебе, Христе Боже наш. Аллилуйя. Аминь.